Приветствую, дорогие друзья. Вот и приближается к нам Черная Пятница в магазине MyToys. В данном видеоролике расскажу, как максимально можно сэкономить Черную Пятницу, а также получить бесплатные промокоды на скидку. Итак, поехали. Для начала нам необходимо перейти в браузерную строку и вбить название сайта AllPricer. Далее, что мы делаем, это просто переходим на сам сайт, кликаем на него. Здесь нас интересует раздел «Скидки», он находится в самом верху, нажимаем. Далее кликаем «Все магазины». Ищем латинскую букву «М», вот она, нажимаем на нее. После чего ищем иконку с нашим интернет-магазином MyToys, переходим. Попадаем на страницу. На данной странице собраны всевозможные предложения, а именно скидки, акции, купоны, спецпредложения, промокоды и многое другое. Ссылку на данную страницу я оставлю в описании под данным видеороликом. Итак, для активации предложений нам необходимо кликнуть либо «Открыть промокод», либо «Получить скидку». Внимательно читайте название купона и условия для его получения. Предположим, меня заинтересовало данное предложение, я кликаю «Открыть промокод». В всплывающем окне у нас появляется поле с данным промокодом, мы его выделяем и копируем. Сделать можно так, либо нажать на кнопку «Скопировать код». После чего переходим на сам сайт MyToys, активируем текущий промокод в корзине заказа. Если мы сделали все правильно согласно условиям данного купона, то мы получим нашу скидку. Возвращаемся обратно. Предложение на данной странице постоянно обновляется, поэтому я рекомендую вам добавить данную страницу в избранное, либо подписаться на форму рассылки данного сайта. Она находится снизу слева. Достаточно сюда ввести ваш e-mail адрес и кликнуть «Подписаться», и все актуальные предложения от MyToys будут приходить на ваш e-mail адрес. Повторю, ссылку с промокодами и акциями оставлю в описании под данным видеороликом. Я также рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. На этом все. Если данный видеоролик понравился, ставьте лайк. Спасибо за внимание.